С вами megaobzor.com. В центре внимания сегодня виниловый проигрыватель Lenka LS-101. Он оснащен двумя внешними динамиками, позволяя наслаждаться живым звуком без необходимости дополнительного наличия ресивера или акустики. Данная модель выполнена в корпусе из МДФ. Поддержит автоостановку, питч-контроль и три скорости воспроизведения. Из интересного есть Bluetooth, который работать сможет в две стороны. Комплект включает адаптер питания с несколькими типами вилок, салфетку из микрофибры, руководство пользователя. Система выполнена в духе минимализма и заделом на премиальность за счет преобладания черного цвета и выраженной текстуры дерева. Использование в основе МДФ исключает вибрацию и резонацию во время работы. Состоит из центрального элемента и двух колонок, располагаемых по краям. Соединяются они при помощи кабеля с AUX. Можно разместить как все элементы рядом, так и на удалении друг от друга. На панели разъемов, помимо стереовыходов на акустику, также выведен AUX-вход. Гнездо питания. Здесь же регулятор у нас высоты тона. Корпус Lenka LS-101 в виде цельной плиты с ножками, в основании которых прорезинена накладка. Стоит на ровной поверхности устойчиво. Верхняя часть с прозрачной крышкой, зафиксирована на двух петлях. Опорный диск сопровождается съемным слимпатом. Справа от него тонарм из металла, он паркуется в фиксаторе. Перемещать рабочее положение можно с помощью рычажка. В этой зоне переключатель скоростей и функция автоматической остановки. На лицевой панели в углу у нас находится переключатель режимов работы беспроводного модуля, а также перевода на AUX, регулятор громкости и доступен выход на наушники. Корпус динамиков выполнен из МДФ. Лицевая сторона с защитным экраном обтянута тканью, на основании прорезинены накладки. На обратной стороне есть отверстие фазы инвентора. Несмотря на то, что Lenka LS-101 изначально укомплектованы парой динамиков, установленный здесь модуль Bluetooth 5.0 можно использовать для подключения внешней акустики. Например, если у вас есть какие-то колонки или какая-то система, можно будет сделать и не протягивать кабель. И при этом сохранена возможность соединения со смартфоном, с которым можно будет транслировать музыкальные композиции. В качестве источника можно задействовать подключение аудиокабеля. Установить можно виниловые пластинки формата 7, 10 и 12 со скоростью воспроизведения 33, 45 и 78 оборотов в минуту, оснащенный виниловый проигрыватель керамической иглой и пасиковым приводом. При оценке звука мы использовали комплектные колонки, мощность по 10 Вт. Они закрывают потребности прослушивания в условиях типовой квартиры. Несмотря на свою доступность, данная модель выдает достойное звучание. Хорошо проведена балансировка. В конце этого видео можно посмотреть будет пример воспроизведения. Ну а перед нами виниловый проигрыватель, выполненный в корпусе из МДФ, с минималистичным внешним видом и оснащенный керамическим звукоснимателем, а также укомплектованный парой динамиков по 10 Вт. Двухсторонний режим работы Bluetooth, пылезащитная крышка, слимпад и автостоп и питч-контроль. С удовольствием обсудим с вами Lenka LS-101. Лайк, подписка приветствуется, а теперь к обещанной записи. To those I've tried to please, but now it's mine.